делюсь рецептом традиционного пасхального блюда из финской кухни. Мими – это такой пудинг, который готовят из ржаной муки и солода. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить финский ржаной пасхальный пудинг. Мими можно замораживать впрок, он прекрасно хранится, количество сахара лучше подобрать по вкусу, но сам пудинг не должен быть слишком сладким. Подают его со сливками или ванильным заварным кремом, присыпав сахарной пудрой, пудинг получается кремовым, вязким по консистенции, с очень запоминающимся вкусом, в котором можно уловить нотку ржаного хлеба. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте все ингредиенты. Нагрейте 150 мл воды до 60 градусов, добавьте 25 грамм солода и 50 грамм ржаной муки, размешайте. Присыпьте сверху солодом и ржаной мукой, накройте пленкой, затем уберите в теплое место на 1,5-2 часа. Спустя 2 часа добавьте еще 200 мл горячей воды, 25 грамм солода и 50 грамм ржаной муки, снова все размешайте. Присыпьте солодом и ржаной мукой, уберите на еще 2 часа. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Переложите ферментированную массу в кастрюлю, добавьте сахар и соль по вкусу, проварите на среднем огне 10 минут, постоянно помешивая. Снимите с огня, остудите, затем переложите массу в форму для выпечки, присыпьте сверху сахаром. Выпекайте в духовке 2 часа при температуре 150 градусов, затем уберите мими в холодильник на 1-2 дня, чтобы пудинг стал плотнее. Подавать мими можно со свежими ягодами, шариком мороженого, взбитыми сливками или йогуртом. Приятного аппетита! Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Вот из чего готовим блюдо. Ржаная мука 100 грамм, солод 50 грамм, вода 350 миллилитров, соль 1/4 чайных ложки, сахар 2-3 столовые ложек, цедра апельсиновая 1/2 столовые ложки, количество порций 2. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.